В Тюменской области стартовал региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». Испытания начались в Тобольске, Ялуторовске и Тюмени. Победителей будут определять более чем в 40 компетенциях. Некоторые из них заявлены впервые. Подробности далее. Как только студент переступает порог комнаты, ему дается 4 часа на выполнение нескольких сложных заданий. В роли пациента специально обученный статист. Он знает, что ответить и как вести себя на приеме. Каждую манипуляцию медика фиксируют эксперты. Все это часть испытаний на чемпионате WorldSkills. Раз в первый раз участвуешь, люди, которые присутствуют, они ощущаются за спиной. Ну, как заходишь, начинаешь выполнять манипуляции, там уже, так сказать, понакатанные. Ты уже знаешь, что ты будешь делать, какая у тебя стоит цель. В этом году для медиков ввели новую компетенцию – лечебная деятельность. Участников готовили несколько месяцев. С каждым студентом работал психолог. Наша площадка презентационная. Мы впервые представляем эту компетенцию. В чем заключаются модули наши? В том, что студенты проводят осмотр пациента, проводят диагностику, ставят диагноз и уже непосредственно оказывают неотложную медицинскую помощь. Все справились, все участники сильные. На этой площадке соревнуются кондитеры. Все участники возрастной категории 50+. За несколько часов им нужно приготовить сразу 3 вида десертов морской тематики. У каждого участника свое. Ее исполнение. Здесь важна каждая деталь, поэтому мастера работают с ювелирной точностью. Несмотря на то, что Галина Дадажаева освоила профессию всего несколько месяцев назад, ее работа уже в числе лучших. Все сложно. Я пришла, мне было все сложно. Я думала, что я ничего не сделаю. Правда, вот думала, что ничего, не очень переживала, очень нервничала. Категория «Навыки мудрых» у кондитеров, которым за 50 нововведений, желающих принять участие, оказалось немало. В этом году мы первый раз запустили навыки мудрых. Практически все участники не имели вообще никакого отношения к кондитерскому делу. Они вообще с разных областей, вообще, которые даже близко к общественному питанию не относятся. В этом году участниками регионального этапа чемпионата WorldSkills стали 489 человек. Конкурсные испытания стартовали в Тобольске, Ялуторовске и в Тюмени. Всего в регионе развернулось 12 площадок. Испытания завершатся 5 марта. Победители представят Тюменскую область на федеральном уровне. Юлия Никифорова, Александр Сторожук, Тюменская служба новостей.